Вопрос, который рассматривается под хадисом 809. Говорит «Ман аль-хадис». Что значит вот эти два вида сделки, «Мадамин» и «Малаких»? Каков смысл этого? «Аль ан-Науи в шарх аль-Муаззаб», сказал ан-Науи в своей книге «Шарх аль-Муаззаб», «Аль-Малаких бей ма фи бутуни аль-хавамиль мин аль-аджинна». Говорит «Малаких» — это когда человек продает то, что в чреве животных из плодов. Говорит «Валь-Мадамин ма фи аслаб аль-фухуль мин аль-ма». А «Мадамин» — это то, что в чреве самцов из воды, как мы говорили об этом ранее. То есть о том, что ранее у нас приходил хадис от Ибн Умара у имама Аль-Бухари, то есть в книге в нашей в главе, о том, что он запретил продавать семя или воду животного. «Хакада фассарава асхабуна ва джамахир аль-уляма». Говорит, именно так сделали тафсир этих понятий наши асхабы, имеют в виду шафиитов, ва джамахир аль-уляма, и большинство ученых ва ахлиль-луга, а также большинство ученых арабского языка. «Ва мимман каляу мин ахлиль-луга абу убейда ва абу убейд валь-азхари валь-харави валь-джаухари». Говорит, из тех, которые разъяснили таким образом эти два вида сделки, из ученых арабского языка, это Абу Убейда, то есть Маамар ибн Мусанна, а также Абу Убейд, то есть Аль-Касим ибн Саллам, а также Аль-Азхари, а также Аль-Харави, а также Аль-Джухари, Вахалайк ла юхсауна, говорит Ан-Навави, а также целая другая группа людей, которых невозможно сосчитать. То есть многие разъясняли эти два вида сделки именно этим образом. Кали Малик ибн Анас, ва сахиба Аль-Махмал ва Аль-Мухкам, сказал Малик ибн Анас, а также авторы книги Аль-Махмал и Аль-Мухкам, Аль-Мадамин ма фи бутун аль-инас. Аль-Мадамин — это то, что в чреве самых животных. Говорит Уаза Даиф, но это является неправильным. Лянну якуну мукарраран мааль малаких. Потому что иначе получится, что слово «мадамин» несет то же самое значение, что «малаких». И в словах пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, повторение. А в основе берется то, что если приходит «атф», то есть если приходит «союз и», то второе слово несет значение иное, нежели первое. Да, кроме как если есть явный довод на то, что оба слова несут значения одинаковые. Говорит, وقد تقدم الكلام على مسألة بيع ما في بطون الحوامل من الأنعام تحت حديث رقم такой-то. Говорит, раньше мы уже, говорит, разбирали этот вопрос о том, что запрещено продавать плод, который в чреве самок. И это под хадисом 806. وتقدم النهي عن بيع عصب الفاحل تحت الحديث такой-то. И говорит, мы уже разбирали вопрос о запрете продавать семя животного или платить за случку самца и самки под хадисом 779. Значит, смысл понятен этого хадиса или нет? Что такое, значит, мабамин и что такое аль-малаких? Мабамин — это продажа воды или семени животного, а малаких — это продажа чего? Продажа плода, который находится в чреве этого животного, то есть в чреве самки. И оба этих вида торговли, и оба этих вида продажи запрещены. Далее.